области. 41-й полумарафон имени Владимира Пеллера, полного кавалера Ордена Славы, Героя социалистического труда, почетного жителя автономии, прошел в столице Еврейской области. В ходе торжественного открытия прошло награждение спортсменов и организаторов, которые внесли вклад в развитие легкой атлетики в регионе. Я от души всех поздравляю с этим праздником. Спортсменам желаю всем победы. Победы в первую очередь над самим собой, потому что здесь еще и борьба духа, борьба силы воли, проявление своих морально-волевых качеств. Всего в мероприятии приняли участие около 300 спортсменов. Соревнования давно уже включены в российский календарь, и победа в них – показатель мастерства и высокой готовности участника. Спортсмены приехали из Забайкалья, Улан-Удэ, Приморского края, Хабаровского края и Амурской области. Ну, естественно, и хозяева. У нас традиционно три дистанции. 5 километров для детей до 14 лет, 15-16 лет. Юноши и девушки бегут 10 километров, и остальные спортсмены бегут полумарафон. На дистанцию в 21,5 километров вышли участники от 17 до 70 лет. И уже через час и 10 минут с небольшим первый из них пересек финишную черту в селе Валдгейм. Чувства переполняют, старт хороший. Как всегда, массовый старт – это праздник спортивный. Поэтому кто-то бежит на результат, на победу, а для кого-то это преодоление. 21 километр – это все-таки непросто. Поэтому обязательно все встретимся на финише, ну и с хорошими эмоциями также. Победители полумарафона определили в 5 возрастных группах. В активе спортсменов из ЕАО 6 призовых мест, в том числе 2 золота Софьи Сучковой и Михаила Моргунова. Екатерина Кувалдина, Денис Листюхин. Новости 21.